Относительно новый для россиян вид спорта масс-рестлинг продолжает стремительно развиваться в городском округе Люберцы. Особенно он популярен среди молодежи. Спортсмены уже заявляют о себе на всероссийском уровне. Накануне юношеская сборная Люберецкого округа по масс-рестлингу выступила на открытом первенстве Тверской области. Под руководством Евгения Петрова команда заняла 3-е место в командном зачете. Пьедестал почета 4 спортсменов заняли и в личном первенстве. В категориях до 70 килограммов ребята взяли серебро и бронзу. В весе до 60 килограммов у люберчан также 2 медали за 2-е и 3-е места. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.